Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу представить группу КРМП Анон. В данном паблике публикуются истории из КРМП, разные мемы, приколы, информация о серверах, разоблачения и так далее. В данной группе вы также можете предложить свои новости. Пацаны, ссылочку я оставлю на эту группу в описании. Всем советую, в принципе, подписывайтесь. И всем приятного просмотра. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервер район Ролиплей. Я здесь являюсь, кстати, руководителем, ну, одним из руководителей, хотя играю редко, сука, меня снимут нахуй скоро, и все. У них здесь, короче, Кирилл Путбуль, если что. Почему мне такой маленький уровень? Потому что мой аккаунт случайно удалили, ладно, там история сложная, короче, меня там один плохой человек подставил, Никита Храндес. Поэтому вот такая вот ситуация. Давно не выходили из серии, пацаны, и по названию ролика, я думаю, вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. А сегодня у нас будет пранк. Какой я придумал вчера, короче. Я хотел сначала тпхать воду. Да-да-да, будете писать, ой, плагиатишь лорда и так далее, пацаны. Да, я вспомнил об этом вчера, когда видел превью у лорда. Кстати, я тот видос не смотрел, я просто видел превью, что он как бы... ТП-хал людей, как бы пранковал, наказывал ТП-хал людей, какие нарушают ПДД, на крышу какую-то там, не помню, короче. А мы будем ТП-хать людей в вулкан, какой стоит сзади меня. С вулкана никак нельзя выбраться. Я буду ТП-хать именно на машине, а не буду ехать, я буду хопа и туда в вулкан, пацаны. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Сейчас, конечно, лайн небольшой, блин, но просто я очень хочу уже записать это видео, а ждать, пока будет уже там, не знаю, вечер и так далее. Я уже хочу поскорее записать, поэтому с вас обязательно Лукасы, пацаны, потому что райончик выходит редко. Но постараюсь чаще, так сказать, записывать. Просто, ну, нужны идеи, пацаны, нужны идеи. А эта идея охуенная. Просто вулкан будем кидать, сейчас я вам его покажу. В принципе, они с этого острова никуда не бегут, это вообще, ну, остров для МП. Но здесь есть вулкан. Вот этот вулкан, если что. Вон там лава, короче, все дела. Бла-бла-бла. И мы будем просто кидать их в вулкан. Вот так вот просто сейчас. Берем спек один, допустим, да, и все. Так, этот что, не зашел еще, походу? Так, что-то у нас там читеры есть, да? Так, окей, вот, смотрим за этим чуваком. Если он нарушает ПДД, все, мы его сразу в вулкан кидаем, понимаете? Вот в чем весь смысл данного пранка. Кстати, новый винил, походу, добавили, потому что я его не видел. Ладно, давайте будем искать нарушителя ПДД какого-то. Какого-то нарушителя ПДД нужно найти нам, короче. И мы его закинем в вулкан. Так, давайте посмотрим, как они будут ехать. Если на красном проедет, короче. Так, стоит. Блин. Это, конечно, блин, просто здесь ПДД соблюдать начали нормально. Вот и никто не нарушает просто. Или увидели, что я зашел на сервер и думают, все, блядь, сейчас пизда будет, короче. Ну ладно. Давайте все-таки попробуем найти какого-то нарушителя дорожного движения. Все-таки, надеюсь, мы его найдем. Чтобы его закинуть его в вулкан. Так, вот какая-то мадам, блин, не знаю, ну, блин, ну проедь, пожалуйста. Я хочу кого-то уже закинуть туда. Блин, она почти... О, 18-й, пацаны, все. Спек офф. Давай. 18-го, короче, да? Все, тпхаем его в вулкан. Джет... Хере 18. Упс. Так, нужно себе выдать, давай. Все, братишка, ты упал в вулкан. НС. Не нужно нарушать ПДД. Так, напишем ГГ 18. Что он будет делать, мне интересно? Смотрите, просто вулкан его закинул. Ай, лол. Что он будет делать, интересно? Что он будет делать?
Смотрите, смотрите, он пытается выбраться просто. Ну это троллинг такой, пацан. Ну блин, я его, в принципе, не в дворно посадил, а просто доказал. Вот тут его машина, по идее, должна быть. Вот его тачка, короче. Давайте скриншот сделаем. Выпусти. Нет, ты нарушаешь ПДД. ЕПП. Давайте напишем ему. Так, он мне говорит, типа, что вот машина была припаркована. Прости, она была припаркована, серьезно. Ты ехал по полям. Это запрещено. Это запрещено. Давайте, короче, будем следующего игрока искать, а посадим просто его. Так, драйв по ДБ. Просто 10 минут его посадим, короче, за номер поезду. Так, чисто его пранканули, блин, он, наверное, высадился. Я просто его доморфно решил посадить. Ну что, давайте дальше пранковать, я думаю. Сейчас давайте я лучше спущусь, потому что что-то проваливаюсь. Потом буду себе джетпак выдавать, короче. Так, вот чувак приехал на красный. Так, это не админ случайно? Андрей Плуть, нет. 28-й. Так, пацаны. Вы нарушили. Здрасте. Ёпта. Так, давайте ему напишем. ПДД нарушать. Нарушать не нужно. Давайте напишем. Спаун 5. Я хочу казино купить. Короче, чувак там в шоке. Не нужно было нарушать. Не нужно было нарушать, чувак. Я хочу казино. Я не виноват. Как это? Ты не виноват. Ты был за рулем. Ты проехал на красный свет. Ладно, давайте его просто посадим. Я в чат писал. Ну... Эту роли не играет. За рулем писать лол. Джайл 28, короче, поставим он 10 минут. Пусть сидит. Все, давайте погнали дальше. Так, вот еще один чувак, 15 ID. Спек оф. Так, ТП 15, окей. Так. Блин, я просто в этой херне застрял. Так, слаб 36. Так, джайл. G36. Сейчас мы его тпхнем. Коню 15, да? Сейчас я поднимусь повыше. Джет Хэра 15. Оп, так вот просто. Капец, это жестко, наверное, для них. Так, 15 у нас нарушал. 13 ты умер. Ты нарушил ПДД. Вот твое наказание. Ты в кратере вулкана. Ты в кратере вулкана, дружище. Я дом купить. Чего это все хотят? Ну, не нужно было нарушать. Ехать через парк Арзамаса. Чувак написал, я в аду, я, конечно, урю. Мне отойти надо. Ну, на, чувак, отойди от такого происшествия. Так, джайл 15. 10 минут. Посиди, отдохни. Чё, давайте следующий персонаж какой-то. Так, вот еще один чувак ездит тут. Спек оф. 23. Да, вот на Ниве он.
Вы нарушили правила езда по полям. Вот ваше наказание. Так, G36. Что мне скажет на это? Я стоп. Так, он пишет стоп. Ну. Что нам напишет, мне интересно. Сейчас пишет, что он оффроудом занимался, да? Просто жесть. Ну чё? Ладно, давайте тогда его посадим. Просто. Он что-то долго пишет. И всё. Так, идём дальше. Спекать. Короче, только что чувак демил. Так, я не успел просто записать. Спаун. Так, Джет Хэра. 43. Вы нарушали правила. Вот ваше наказание. Видите, какой борзый, а? Ладно, с ним бесполезно разговаривать. 43. Ему БХ дать. Потом ДМ. И еще варному. Какой у него там ID был? Лео. Пахну. ДМ. Плюс. ДБ. Оффварн, по-моему, я могу ему дать. Давайте оффварн ему доведим. Игрок не найден. Или А. Может, я неправильно написал? Леа, ну. Чё надо? Либо я неправильно пишу просто. Ник причина. Ну я ж только что писал. Давайте такую причину дадим. Игрок не найден. Чё? Ой, блядь. Так, сет админ. Блин, а чё за хуйня? Бля, такой бред. Так, ник. Кирилл. Футбол. 6. А логин. Вы уже авторизовались, всё. Спасибо. Так, чувак нарушил, я тоже не записал джет. Сейчас, подождите. Как у него там ID 10? А, не, 28, по-моему. У него был ID, так. 28. Вот, мы его закинули, короче, сюда. Так. Вы проехали на красный сигнал. Светофора. Вот ваше наказание. Здрасте. Вот твое наказание, чувак. Че на это ответит? Просто мне интересно пранковать на людей. Чисто в ад. Думаю, все ясно. Ну блин, я не ждал, что я вулкана выкину. Не, ну реально пранк прикольненький. Поэтому, пацаны, лайкосики обязательно ставьте просто. Просто обязательно. Что он нам напишет, мне интересно. Ладно. Давайте его посадим тогда просто на 10 минут. 28. И на 10 минут. Все.
Ну ладно, чуваки, я думаю, на этом будем заканчивать, в принципе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, заходите на район, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.